Приветствую зрителей канала. Я хочу поставить, у меня тут светильник есть, светодиодный, в одной из комнат. Вот при включении его происходит страшный шум. Сейчас покажу, как это выглядит. Сейчас покажу сам светильник. Вот такой вот светильничек светодиодный. Сейчас я его открою. Вот такие ленты светодиодные. Ну и сам драйвер. Видимо, ни фильтров, ничего не стоит, потому что при включении, сейчас я поставлю возле приемника FM, то есть 27 затрагивает, а 144, ну, в общем, нет, но долазит до 108. Гасит мне при включении этого света здесь все слабые сигналы, которые можно слышать. Сейчас покажу, как это выглядит. Итак, показываю. Вот. Сейчас я его включу. Тут еле-еле жеврит никополь. И при включении увидите, какой будет шум. А потом я поставлю другую там приблуду, и по идее шум пропадет. В общем, показываю. Так. Итак, включаю. Выключу. Опять включаю. Выключу. Вот такая вот беда. Значит, что я буду ставить? Разбирал я тут давеча недавно одно из устройств, где по питанию стоял прекрасный такой фильтр. Смотрите, какой хороший фильтр. Два дросселя, кондерчики стоят. Ну, в общем, все красиво. И вот эту всю я конструкцию поставлю в этот светильник. И потом чуть позже в этом ролике я покажу, какая будет разница, как он по идее должен погасить этот шум, который излучает драйвер. Все. Разобрал я такую огромную коробку, тут якобы драйвер был, ну он тут и был, но посмотрите, как он выглядит, это просто жесть. Вот такое вот говнище, по-другому не назовешь. Пару деталек и все. Ну и засирает весь эфир, естественно, это супер прибор. Так, ну вот добавил я кондерчик, катушка, кондерчик, еще ферритовое кольцо, и сюда уже будет поступать 220. Поменял я, потому что, ну, в общем, посмотрим результат. Такие вот вроде мощные ребята стояли. Ну, что-то как-то мне ничего не погасило, не знаю. Посмотрим, поможет ли этот. Есть небольшие сомнения, но надежда умирает последней. Так, вот я упаковал это в коробочку эту. Вот. Посмотрим, как будет работать. Так, друзья, момент истины наступил. Сейчас я буду включать светильник уже с фильтром. Погромче сделаю. Это еле-еле там, господи, что там у нас? На 92 никополь. Погромче сейчас сделаю и включу, крикну, когда включу. Будем смотреть, какая разница будет. Сейчас покажу. Вот светильник работает, шума нет абсолютно, по нулям уже никакой помехи нет. Вот. Ну, что можно сказать, из всего этого мы делаем вывод какой. Значит, не могу понять почему, но этот фильтр
почему-то не оправдал свои надежды. Я связываю это с тем, что, возможно, здесь же нет кольца. Я брал, там получается схема какая была. Одна катушка вместо двух, два кондерчика, как здесь. И на выходе у меня еще стояла вот таким вот проволокой. Я намотал на ферритовом кольце такой дроссель. Возможно, этот дроссель, так сказать, помог убить полностью эту помеху. Ну, в общем, результат какой? Шикарно все работает. Никакой помехи на FM уже нет. Что, можно сказать, меня очень-очень радует. Вот. Так что, ребята, смело берите, разбирайте такой хлам. Ставьте, если у вас там какие-то помехи, и будет вам счастье. Все, всем спасибо за просмотр. 7.3, до свидания.